Всем добрый день, рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня видеообзор отеля в Абхазии. Если вас интересует классное тихое место по очень выгодной цене, досмотрите это видео до конца. Я надеюсь, что оно понравится вам. Огромный номер площадью 30 квадратных метров с балконом. Здесь двухспальная кровать, в принципе, стандартная мебель, кондиционер, телевизор, интернет, санузле. Душевая кабина, раковина, бойлер. Ну и, конечно, вид просто нет слов. Панорамный вид на город. Классно. Хороший большой здесь балкончик. Здесь тоже видно море, прямо со входа. Классно. В эту гостиницу очень удобно тем, у кого свой собственный автомобиль, кто приезжает в Абхазию, так как пешком до моря, конечно, здесь минут 30 примерно пешком, а на машине очень удобно. Стоимость данного предложения в сезон всего 2500 рублей. И стандартный номер, тоже с балконом, шкаф при входе. С левой стороны холодильник, комод, телевизор, кондиционер. Здесь две отдельно стоящие кровати. Смотрите, какой большой санузел, такой прям креативный. Красный санфаянс, большая душевая. Хорошие просторные номера. Стоимость данного предложения 2000 рублей. Здесь тоже у нас выход на балкон с боковым видом на море. Тишина, красота, свой дворик и беседка. Сейчас вниз спущусь, покажу вам территорию. Также в данном отеле можно бесплатно воспользоваться услугой трансфер до моря каждый день, туда и обратно, что тоже очень удобно. Небольшая здесь придомовая территория, зона кухни. Смотрите, какая бузина во дворе. Классно. Таким вот образом выглядит зона отдыха. Здесь есть зона кухни, большая кухня, микроволновка, вода, электричество. Ну, основной, конечно, плюс — это все-таки вид. Блин, ну просто камера не передает. Классно. Как раз для тех, кто хочет тишины и покоя. На первом этаже здесь будет сауна. Пока, к сожалению, она не работает. Но поскольку отель функционирует круглогодично, конечно, будет здесь очень даже кстати. А вот на этом месте планируют в дальнейшем сделать бассейн с видом на море. Удобная парковка. Завтраки в этом отеле по запросу. То есть, если принципиально вам нужен завтрак, звоните. Все это можно обсудить. Надеюсь, вам понравилось данное предложение. Если это так, ставьте к нему лайк. Все контактные данные будут в описании под этим видео внизу. Всем отличного настроения, хорошего дня. Приезжайте в Абхазию, вам здесь точно понравится.